Все пошли вниз. Рыбу на хреново. Рыбу на руках. Опа, блять, это рыба! Да ты посмотри! Там пис реально очень дико. Прикинь, ты говорил, на какая ему пьешь, он без пуша просто. Ну ты пис там просто решает. Он мне реген весь режет. С моей пассивой тоже. Тем более он. Мне все скиллы добиваются. Фис печнулся, фис решил. Ученику, я не знаю. Жесть какая-то. Он очень четкий. Ничего он не четкий. Когда, ну как не четкий? Я когда постоянно. Когда нами бегает 1-3, а вы ее стоите, трапаете в кустах и сливаете на нее 2 ульта и хил. Это пипец как плохо. Один ульт мы на нее слили, второго просто не было. Так, не а вот мне, вот мне вот просто интересно, а тебе какой хрен разница, что мы на боте делаем? Наш бот кого мы хотим, как убиваем. Мы могли забрать турку на нем. Молодец, ты сам пикал Лиссандру. Ты сам пикал. Ладно, успокойтесь, не ты очень. Сам да, я был хотел... единственным, кто собрал Magic Resist в этой игре. Просто я лично слил, потому что вот я, блин, реально в физа не могу попасть, ничего. Ты сам хотел контрить физа. Ты видел, что не взяли физа. Ты сказал, ой, сейчас Лиссандру возьму, нагнул. Че не нагнул тогда? Ой, бля. Вот ты, а ты нагнул, Паша, ничего больше не сделал. Сколько мы игр-то сыграли? 4? 4. Стопуем? Нет, одного нету. Надо делать паузу нахрен. Смотри, как ты сам играешь декариком. Ты, блин, до усера сидишь на своем боте. Ладно, если вот паузу, еще. Паузу, все, давайте. Начнем. Давайте, блин, сыграем, чё? Один раз проиграли, все уже, конец света. Нет, я говорю о том, что сейчас смотри, какой негатив прёт. Какой, блин, нахер нормальный гейм с таким отношением? Не знаю, что здесь. Ну проиграли, что у нас? Что, никогда не проигрывали, что ли? Да. У нас тут все челленджеры, что мы никогда не проигрываем. У нас. Ну нужен перерыв, чтобы народ, как говорится, передохнул. Ну да, давайте через час созвонимся. Ну давайте. Все тогда. Наберете кто там? Угу. Ага.